Ты сладко ел и сладко пил, и бархат примерял. Но если ты душевных сил еще не потерял, и можешь ты расстаться с рабами и казной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Когда не жаль тебе твоих баранов и коней, когда не жаль тебе босых израненных ступней, оставь свой дом и сад свой, оставь надел земной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Пройти, Господень, строгий суд богатым нелегко, как не протиснется верблюд в игольное ушко. В святое наше братство дороги нет иной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Тебе я истинно скажу, как ближнего любить, как, не притронувшись к ножу, в сражении победить, как смерти не бояться, не с той же за ценой. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Но если жизнь твоя легка и словно дом гостей полна, душа твоя пока сомнений и страстей, коль стать моей паствой захочешь в день иной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Раздай свое богатство и вслед иди за мной. Спасибо. Александр Городницкий. Это Татьяна Пучко, постоянный член жюри фестиваля «Обнинская нота», город Москва.